Всем привет, и сегодня я расскажу вам, как увеличить FPS в Майнкрафте и там в разных играх. Причем увеличивается FPS на много раз. Если у вас слабенький компьютер, тогда это видео прям для вас. Я начал что-то прям в рифму говорить. Так, смотрите. Для этого вам понадобится 4 программки. Все названия программ я оставлю в описании, там вы сами в гугле найдете и все скачаете. Так. Первая программа вам понадобится такая, WinScrub. Эта программа помогает вам очищать такие всякие незакрытые программы, которые вам вообще не нужны, но они как бы работают и мешают производительности компьютера. Вот вы включаете ее, окошко выглядит именно так, вы просто нажимаете очистить, и там очищается, но иногда бывает такое, то что все не может очиститься, потому что некоторые программы запущенные, они используются именно сейчас, поэтому они не очищаются. Это значит какие-то важные программы, которые просто не могут быть закрыты. Вот. Переходим к следующему программу. Эта программа очищает ваш реестр и повышается значительно в FPS в игре. Вот. Нажимаете сканировать. Производится, ну, как не знаю, как это назвать, но сканируется ваш компьютер, проверяется, сколько у вас таких программ открытых, которые чисто мешают работе компьютеру. Вот, найдено 100, 102, вообще это какой ошибок, а необязательных всего лишь 4 штуки, которые они закроются. Вот, нажимайте очистку, и все. Все очищено, то, что было не это. И дальше нажимать здесь вот оптимизация будет, такая зеленая кнопка. Вы не на нее нажимаете, но я тут уже все нажал, поэтому мне так. Дефрагментация, я не знаю. Можете ее тоже использовать, но я не стал это делать, потому что может быть такое, то, что у вас потом компьютер просто включаться не будет. Так что я не советую вам делать это. В принципе, вот. Переходим к следующей программе. Эта программа вам ускоряет компьютер. Смотрите, вот это вы вообще не трогайте. Вот это тоже не трогайте. Если вы потрогаете эту вещь, то ваш компьютер может сгореть и больше работать не будет. Так что это тоже вообще не трогайте. Вот это у вас будет примерно вот так вот стоять, и вы ставите ее наполовину. Дальше у вас будет авто вот так стоять на самый минимум. Вы нажимаете на эту кнопочку авто и нажимаете на полную. Это разгон вашей видеокарты. Вот она разгонится и будет вообще у вас игры не лагать. Переходим к следующей программе. Это программа от Razer, известной фирмы. У меня, кстати, конкурс на разные штуки от Razer. Ссылка в описании. Вот. Нажимаете на нее. Она загружается. Дальше у вас там будет требоваться логин и пароль. Вы там регистрируетесь и, в принципе, вот. Дальше здесь, как, ну, раз уж вы все уже сделали до того, то вам эта уже программа нужна. Заходим в утилы. Тут ускорение. Можете сделать автоматическое ускорение, чтобы, когда вы запускали игру, ваш компьютер сразу становился ускоренным, и все игры летали просто. Это можно как включать, так и выключать. И вот здесь вот тоже можно. Так, дальше. Драйверы вам нужны. Идет анализ сначала, а потом появляется вот так вот драйвера, ну, которые вам надо. У меня их лично нету. Так что обновлять мне драйвера никакие не надо. Дальше переходим в игры. И уже запускаем, например, вот Майнкрафт. Нажимаете вот на эту кнопочку. Идет загрузка там. Вы сейчас этого не видите, скорее всего. Что-то у меня какая-то фигня произошла, если честно. Я не понимаю, что со мной, с моим компьютером. А, вот все отлагало. Но я не запускаю через эту программу, потому что у меня вылетает такая ошибка. Но это у меня на Майнкрафте только. На других играх у меня все нормально. Так что пользуйтесь и этой программой для ускорения ваших игр. В принципе, больше программ нету, которые ускоряли бы ваш компьютер. Эти самые лучшие программы, чисто для меня. Я ими начал пользоваться недавно.
примерно часа два назад, так что вот я вам просто рассказал. Если вам понравилось или если я вам помог, тогда пишите в комментариях, ставьте лайки и зовите друзей. С вами был Мистер Суслик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, я это уже все сказал, так что всем спасибо за просмотр, всем пока.